Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в связи с тем, что, к сожалению, мы продолжаем жить с заболеванием под названием COVID-19, хотя, наверное, некоторые считают, что это даже COVID-18, но как бы то ни было официальное название его COVID-19, мы присутствуем на чудесном мероприятии. Оно проходит онлайн. Нас смотрят несколько сотен гастроэнтерологов, несколько сотен терапевтов, и других, и других специальностей врачей, которые действительно заинтересованы в таких серьезных заболеваниях, которые, к сожалению, в последнее время продолжают нарастать. Они вносят достаточно большой вклад в те экономические траты, которые реализуются и на уровне города, и на уровне, собственно говоря, страны. Мы открываем сегодня на базе... третьей городской больницы в народе, который мы все знаем, как Елизаветинская, центр лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника. Путь к открытию этого центра был достаточно сложен, он достаточно был долг. Думаю, что если бы не ковид, мы бы проводили это мероприятие примерно год назад, и оно было бы в онлайне, потому что действительно ковид несколько затормозил все эти мероприятия. Скажу, что без усилий главного гастроэнтеролога Санкт-Петербурга Успенского Юрия Павловича, доктора медицинских наук, профессора. К сожалению, это бы не смогло состояться, потому что действительно вот те последние годы под его руководством гастроентерологической службы, они привели к тому, что мы объединили гастроентерологов амбулаторного звена, стационарного звена. Это привело к тому, что мы достаточно адекватно посчитали всех тех пациентов, которые у нас сегодня получают эту терапию, потому что действительно пациенты, страдающие Воспалительные заболевания кишечника ⁇ это пациенты, которые требуют длительного диспансерного наблюдения, длительной, скажем так, приема терапии, длительной реабилитации. К сожалению, эти пациенты имеют некоторые осложнения хирургического профиля, которые невозможно решать в просто каком-то выдернутом отдельном центре, потому что для этого действительно нужна мощная больница, мощный стационар, который позволяет решать любые вопросы от лапароскопической хирургии с поддержкой анестезиологии до открытых операций, потому что действительно это очень сложные пациенты в их ведении. Хочу сказать, что действительно без поддержки города, поддержки комитета по здравоохранению, поддержки территориального фонда, наверное, бы не сложилось открыть этого центра, потому что кроме того, что действительно на 5 миллионный, если быть точным, 5,6 миллионов жителей в Санкт-Петербурге сегодня наличие одного центра на базе 31 больницы это действительно было мало, в этом было понимание, и поэтому для прежде всего, удобства э, жителей, пациентов, которые страдают такими заболеваниями, было принято решение о территориальном разделении и открытии именно второго центра, чтобы, скажем так, вот обеспечить ту, э, скажем так, шаговую доступность для того, чтобы пациенты смогли прийти в учреждение, серьезное учреждение, которое обладает... Э, определенной материальной базой способной решить все вопросы, определенным кадровым потенциалом, который знаком с этими заболеваниями, имеет опыт лечения, и при этом это должно быть близко к дому. Стоял вопрос, скажу, что об открытии третьего, четвертого центра и так далее. На сегодняшний момент мы считаем, что по той эпидемиологии заболевания двух центров будет достаточно, и поэтому мы призываем часть пациентов, которые... У нас лечились и лечатся в 31-й больнице, и все-таки переориентироваться на более близкое учреждение к <coughs> и к дому это на больницу номер 3, Елизаветинскую, потому что новых пациентов, которые будут появляться, у нас отбираться на, в том числе, иммунобиологическую терапию, мы все-таки будем привлекать именно на эту базу, потому что э, на сегодняшний момент ресурс 31 практически исчерпан по набору, потому э, как мы видим, количество очередей и, э, скажем так, невозможность буквально в первый день попасть там на прием, например, или на <coughs> какую-то терапию, поэтому, конечно, такой центр нужен был. Поэтому сегодня мы поздравляем э, главного врача э, третьей больницы, вот, Сергея Викторовича, потому что действительно это серьезное мероприятие. Мы рады действительно, что нас поддержал территориальный фонд, э, открыв э, то, те необходимые медико-экономические стандарты для того, чтобы мы могли начать там, лечить в том числе пациентов и на стационарном звене. И, конечно, необходимо подумать о выделение квот по высокотехнологичной медицинской помощи, опять-таки, для этих пациентов, потому что надеюсь, что количество пациентов, которым мы будем оказывать помощь своевременно в этом стационаре, оно будет увеличиваться, и действительно, скажем так, помощь эта станет более доступной, более своевременной и не менее высококвалифицированной, чем на сегодняшний день в 31-й больнице. Поэтому искренне всех поздравляю с этим чудесным днем. На сегодняшний день у нас сегодня 13 апреля, не 12 день космонавтики, но думаю, что это такой хороший шаг в будущее. Думаю, что открытие в данной больнице не последнего центра, потому что потенциал больницы достаточно высок. Больница работает на очень хорошем уровне с большой загрузкой, очень интенсивно. И хочу пожелать только удачи и в добрый путь. Уважаемые коллеги, после тех важных, главных, нужных, актуальных для нашего города, городского здравоохранения слов, которые сказал Андрей Михайлович Сарана, мне остается только лишь добавить несколько специализированных моментов, которые касаются непосредственно крайней актуальности того, чем свидетелем мы сегодня пребываем. Если говорить о воспалительных заболеваниях кишечника, то э, эти заболевания, которые были редкими, эксквизитными в клинической практике до 60-х годов XX -го века, э, их геометрическая прогрессия, лавинообразный рост э, после 80-х годов, 21 веке, после миллениума, что касается и язвенного колита, и болезни крона, они совершенно очевидны. Это те вызовы, с которыми мы сталкиваемся ныне. И эти вызовы они имеют экстерриториальный и межгосударственный характер. По сути, здравоохранение всего мира в области клинической гастроэнтерологии переживает э, чрезвычайно актуальную проблему ведения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Это колоссальное обременение для здравоохранения всех государств, потому что эти заболевания, дебютируя в молодом возрасте, они обуславливают высокий процент инвалидизации, дисквалификации, да и смертности людей трудоспособного возраста. Почему количество этих заболеваний так выросло за последние годы и десятилетия? Это отражает основную генеральную тенденцию основной генеральный тренд распространения аутоиммунных заболеваний в целом и триггерную роль при этом конечно же играют патогенные факторы внешней среды которые мы никак не можем минимизировать это и радиация и силовые поля и полютанты и загрязненные э, контаминированные продукты и микроорганизмы и вирусы и они накладываются на генетическое не на гормональный фон включая применение различных медикаментов нарушение иммунитета цитокинового баланса надо сказать что одной из основных животворящих и основополагающих гипотез распространения воспалительных заболеваний кишечника является утверждение приверженности к западной диете и к западному стилю жизни. Это не всегда полезно. Почему? Потому что ныне мы переживаем драматический период, когда потребление, с потребление натуральных продуктов мы перешли, по сути, на потребление продуктов, подвешенных технологической обработке, с которой содержит огромное количество эмульгаторов, консерванторов, Консервантов, усилителей вкуса, антиокислителей. И, вне всякого сомнения, эти продукты вкупе с антибиотиками оказывают влияние на нашу симбиотическую микрофлору. Симбиотическая микрофлора а мы в зависимости от массы тела, носим в себе от 2 до 4 кг микрофлоры, это действительно экстракорпоральный орган, метаболический потенциал, которого не только сопоставим, а даже превосходит метаболический потенциал печени. Из современных позиций нарушение кишечной микрофлоры, когда пучит и славит, когда имеются расстройства с его консистенции, частоты, но это прежде всего глубокие, выраженные нарушения метаболизма, это формирование ожирения. В конечном итоге и метаболический синдром – это инферно 21 века, и воспалительные заболевания кишечника, вроде бы они разные, метаболический синдром – это кардиология, воспалительные заболевания кишечника – это кардиология, но на самом деле медицина, она едина, и эти заболевания на патологическом уровне объединяют расстройство иммунной системы, неспецифического, неспецифического иммунного ответа, воспалительного процесса, секреции гормонов жировой ткани, адипокинов, увеличение сердечно-сосудистого риска. И в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника основные механизмы являются нарушение баланса между воспалительными и провоспалительными цитокинами. В современных позиций жировая ткань ⁇ это не только и не столько эстетический дефект, это источник хронического низкоинтенсивного воспаления. И мы с вами прекрасно знаем, что драматическую период эпидемии COVID-19, о которой сегодня говорил Андрей Михайлович Сарана, мы наблюдаем наиболее тяжелые, наиболее драматичные исходы этой инфекции у тех пациентов, у которых имеется ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, то есть компоненты метаболического синдрома. И я, как главный специалист по гастроэнтерологии Комитета здравоохранения, я очень благодарен Комитету здравоохранения, его руководству, Андрею Михайловичу Саране, комитета Милентьеву Людмиле Николаевне, сотрудникам комитета, таким как Новок Александр Андреевич, таким как День Добренько, День Добренько Наталья Эдуардовна, потому что создание регистра больных с воспалительными заболеваниями кишечника стало возможным, потому что был выполнен мониторинг стационарных амбулаторно-поведенческих учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю гастроэнтерология согласно графику проведения. Мы побывали а, более чем 50 амбулаторно-поликлинических учреждений клинико-диагностических центров, станционаров нашего города. Это позволило а, вы, проведение выездного мониторинга, организовать и цикл производственных совещаний, и систематизацию заказ специфических показателей, и взаимодействие а, с медицинским информационным аналитическим центром нашего города, и алгоритмизацию, и анализ регистра. То есть, по сути, регистр был впервые создан в Санкт-Петербурге. Это большое достижение. Почему? Потому что это было бы абсолютным нонсенсом, если бы везде, включая Иркутск, был регистр больных с ВЗК, а у нас в Санкт-Петербурге культурной столицы России, его бы не было. Сейчас мы этот регистр имеем, и вне всякого сомнения, его создание явилось результирующей такой вот консолидированной работы, творческой, постоянной работы Комитета здравоохранения и службы города, им возглавляемой. И если мы говорим о регистре больных ВЗК, то мы видим, что сейчас мы наблюдаем увеличение частоты пациентов с болезнью крона. Мы видим, что и мужчины, и женщины с равной частотой страдают этим заболеванием. Что этим заболеванием страдают люди молодого, трудоспособного возраста, которые очень часто дисквалифицируются из-за этого заболевания, теряют средства к существованию, к возможности функционировать в обществе, содержать свои семьи. И надо сказать еще и то, что, к сожалению, мы наблюдаем сейчас такой печальный тренд, что количество больных тяжелыми формами и язвенного колита, и болезни крона, оно непрерывно увеличивается. Если раньше таких больных было не так много, то сейчас едва ли не половина пациентов это средне тяжелые и тяжелые больные. До сих пор, к сожалению, мы вынуждены считаться с тем, что сроки установления первичного диагноза воспалительных заболеваний кишечника, они являются очень большими. Вот. Для язвенного колита это почти год, для болезни крона это почти два года и совершенно не случайно вот сегодня в конференция принимает участие главный терапевт города профессор Теренко Вадим Витальевич потому что без а, консолидированного взаимодействия гастронологической и терапевтической службы города, а именно терапевты это первичное звено, которые должны обладать знанием и алгоритмизацией в отношении э, маршрутизации больных с ВЗК именно от этого зависит уменьшение искомых э, сроков диагностики, а значит включение наиболее эффективной терапии в отношении больных с вопалительными заболеваниями кишечника. Тем паче, что мы видим, что и при язвенном колите а, некишечные проявления у этих пациентов встречаются чрезвычайно часто, потому как аутоиммунный процесс, он а, включает в себя и поражение суставов, и позвоночника, и кожные манифестации, и поражение органов гепатобилиарной системы, и офтальмологические осложнения, поражение слизистой оболочки полости рта. Еще больше эти осложнения выражены при а, болезни а, крона. А, в виде медва 50% больных с болезнью Крона имеют те или иные тяжелые вне кишечные проявления, что требует консолидации специалистов, гастроэнтерологов, терапевтов, ревматологов, дерматологов, офтальмологов и иных которые имеют отношение к этой актуальной э, практике. Тяжелые осложнения по язвенному колиту – это не менее 10% пациентов э, имеют такие осложнения в виде кровотечения, токсической дилатации толстой кишки. В отношении болезни крона – это 25% пациентов. Это осложнения э, различной э, пиональной области, инфильтраты, э, свищи, структуры, абсцессы, которые требуют зачастую хирургического лечения. E... Оперативное лечение у больных с воспалительными заболеваниями кишечника в нашем городе – это 10% пациентов, это тяжелые больные, это тяжелые операции. И, в общем-то, это соответствует и международному тренду, потому что 10% больных с язвенным колитом, им требуется колокотомия в течение 10 лет наблюдения. Я хочу поблагодарить вот в онлайн руководство нашего города, которое изыскивает все возможности, несмотря на все сложности с бюджетным финансированием на то, чтобы обеспечить льготное обеспечение больных, страдающих болезнью крона, язвенным колитом, с тяжелыми формами этих заболеваний, дорогостоящей генно-инженерной биологической терапии, которая позволяет уменьшить частоту оперативных вмешательств, которая позволяет уменьшить реально частоту инвалидизации этих пациентов. То есть, по сути, сегодняшнее мероприятие – это на самом деле, наверное, такой апофеоз, это квинтэссенция усилий в области организации. Потому что какими бы великими научными, клиническими знаниями мы не обладали, но если не будет должной организации, если не будет должной маршрутизации пациентов, то все эти научные клинические знания, они не будут работать должным образом. Совершенно не случайно Топ Макгард в свое время сказал, что любое великое дело это вопрос организации, не гениальности, не вдохновения или полета фантазии, не умения или хитрости, а организации. Все в организации. Поэтому организация здравоохранения нашего города в области гастроэнтерологии ⁇ это действительно пример того, как необходимо работать. А если говорить об Близовицкой больнице, то, уважаемые коллеги, я считаю, что открытие Центра воспалительных заболеваний кишечника в Близовицкой больнице ⁇ это вещь отнюдь не случайная. Почему? Потому что, вы знаете, ну надо помнить традиции э, поколений. И Елизаветическая больница, она всегда была неофициальным центром аккумуляции, консолидации больных с воспалительными заболеваниями кишечника. И доктор медицинских наук э, Герасима Константинович и заведующая отделением многолетней этой больницы гастронатологическим Волга Наталья Борисовна. Это Они обеспечили вот этот высокий уровень оказания качества медицинских услуг больных с этого профиля, диагностики, лечения. Поэтому то, что мы имеем сейчас, мы имеем сейчас лишь по сути такую канонизацию, юридическое утверждение того, что было наработано за многие десятилетия. Ну и что эта больница, она носит э, название э, святой православной, э, святой Елизаветы Федоровны, княгини, это тоже не случайно, потому что это действительно великая русская женщина, которая обладала всем красотой, богатством, знатностью, но которая, несмотря на это, она посвятила свою э, всю жизнь, все свои силы и умерла во имя людей, во имя их здоровья, несмотря ни на что. Вот. Поэтому, наверное, вот эти традиции, их преемственность, они должны э, вдохновлять нас на последующие дальнейшие положительные действия, шаги и решения. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Наверное, сегодня я могу вас так называть в связи с двумя, наверное, обстоятельствами. Первое – это сегодня открывается Центр гастроэнтерологии и онкопревентологии в Елизаветинской больнице, которой я руковожу. Поэтому я уже невольно вливаюсь в ваше сообщество гастроэнтерологов. А второй момент. Многие годы своей жизни Молодые годы я посвятил абдоминальной хирургии. И честно вам могу сказать, ничего более неприятного, чем оперировать пациента с воспалительным заболеванием кишечника, который привели к каким-то хирургическим осложнениям, не было. Это всегда очень сложное само вмешательство, очень сложный послеоперационный период, масса осложнений, свищи, абсцессы и так далее. Это действительно очень тяжелая группа пациентов, и я на своей, так можно сказать, шкуре медицинской это испытал. Первое, с чего хочу начать, это я хочу поздравить вас с тем, что у вас есть вот такая студия, у вас есть возможность общаться в режиме онлайн, и все гастроэнтерологи участвуют в этом процессе. Я, наверное, не все информации в городе обладаю, но, по-моему, специалисты ни одной профессии медицинской такого не имеют. Это, наверное, заслуга главного специалиста Юрия Павловича Успенского. Это очень здорово, очень приятно, что такая инициатива она теперь стала не мечтой, а реальностью, и все сообщество медицинской в области гастроэнтерологии может обмениваться результатами лечения, поделиться своими мыслями и, кроме того, организоваться в какую-то очень такую конкретную группу людей, которые обеспечат качественную помощь соответствующим пациентам. Теперь о больнице и о центре. Что нам предстоит и что мы уже начали? На сегодняшний день Елизаветинская больница Самое крупное по объему оказанных медицинских услуг в нашем городе. Если раньше мы по существу оказывали помощь трем районам, Калининский, Выборгский, Приморский, это огромные районы. Но так как 2020 год, вы знаете, привел к закрытию многих, перепрофилированию многих стационаров под ковид, соответственно, в этом году, в 2020 прошедшем году, мы обслуживали около 4 миллионов населения. Это практически вот, перечислены здесь больше половины районов Санкт-Петербурга. Если говорить по итогам 2020 года, в больнице, в стационаре только, была оказана помощь более чем 105 тысячам пациентов. Представьте себе, что это такое. Рекорд у нас был 511 пациентов за одни сутки, поступивших в приемное отделение. Наверное, эта такая вот тяжелая ситуация привела к тому, что мы перестроили свою работу, я об этом буду еще дальше говорить. И получилось так, например, что если средний койко-день в Елизаветинской больнице в в 2018-2019 году был 10-11, то в январе-феврале 2021 года средний койко -день стал 4. Это говорит о том, что мы сконцентрировали все свои усилия по обследованию пациентов, по оказанию помощи именно в первые сутки. Мы быстро обследуем, мы круглосуточно обследуем при любой патологии. Это очень важно, в том числе и для функционирования центра гастроэнтерологического. Несмотря вот на такую сложную ситуацию эпидемиологическую, за три года мы на отделении гастроэнтерологии с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта мы пролечили больше 11 тысяч пациентов. Это тоже самый большой в городе результат, самый высокий показатель. Теперь следующий момент. Мы все, наверное, гастроэнтерологи тоже знают, что основная причина смерти, короткой продолжительности жизни это, конечно, заболевание сердечно-сосудистой системы ей много лет последних уделяется очень серьезное внимание и организационно и финансово существуют региональные сосудистые центры масса средств выделяется но мы видим, что абсолютно четко на второе место сейчас выходит заболевание желудочно-кишечного тракта мы видим это по своей больнице второе место среди всех госпитализаций это заболевание органов пищеварительной системы Поэтому, наверное, настал период и здесь немножко менять свой подход. Какие отделения будут участвовать функционально в работе Центра гастроэнтерологии и онкопревентологии в Елизаветинской больнице? Безусловно, это отделение скорой медицинской помощи, куда поступают пациенты круглосуточно 7 дней в неделю. Это амбулаторно-консультативное отделение, очень мощное отделение, которое сейчас обеспечивает у нас госпитализацию по всем направлениям в плановом порядке. Там же осуществляется отбор на оказание высокотехнологичной медицинской помощи практически по всем направлениям медицины. Естественно, центром будет отделение гастроэнтерологии, и оно уже является таковым центром, потому как больные с соответствующими заболеваниями много лет лечатся на отделении гастроэнтерологии Елизаветинской больницы. В больнице три отделения абдоминальной хирургии, работающие круглосуточно. Доступны любые методы лучевой ультразвуковой диагностики, лабораторной диагностики, эндоскопические исследования, эндоваскулярные вмешательства. Фармакологический отдел, возможно, лечение любыми лекарственными терапиями, препаратами, в том числе генно-инженерной биологической терапии. Я должен сказать, что сейчас действительно надо сказать спасибо и Комитету по здравоохранению, и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования, у нас открыты все тарифы для оказания помощи в амбулаторных условиях, стационарных условиях и высокотехнологичная помощь, в том числе с применением ген геноинженерной биологической терапии. Применяются любые методы исследования в стационаре, естественно. Я хотел бы обратить здесь внимание на следующее, что все методы исследования, которые здесь перечислены, и многие другие, функционируют и осуществляются в больнице круглосуточно в любой день. Это очень важно в том числе, например, функциональная диагностика. У нас ЭКГ расшифровывает специалисты функциональной диагностики круглосуточно, эхокардиография то же самое. Это касается эндоскопических исследований, эндоваскулярных и многих других. В качестве примера могу привести случай, который мы обсуждали с Юрием Павловичем Успенским вчера, когда принимал дежурство утром, оказалось, что в воскресенье в период 21-23 часа ну, вечера или ночи уже двум пациентам выполнялась аортография с исследованием висцеральных ветвей аорты. В одном случае у больного с тяжелым панкреатитом, панкреникрозом, который в течение полугода многократно оперировался, возникло кровотечение. Хирурги, наверное, даже гастроэнтерологи знают, что такое полгода панкреонекроз, в брюшную полость практически не войти, никакое вмешательство не выполнить, а больной угроза жизни из-за кровотечения сделали ангиографию вечером в воскресенье, обнаружили экстравазацию контрастного вещества в средней трети селезеночной артерии, эмболизация артерии, и пациент жив, кровотечение остановилось. Второй случай в тот же день, больной в прошлом оперирован по поводу аневризма брюшного отдела аорты, в результате опять кровотечения, уже в просвет желудочно-кишечного тракта сформировался, оказывается, свищ между аорты и двенадцатиперстной кишкой. Известная ситуация, но довольно редкая. Диагностика воскресенье вечером, поверьте, доступна далеко не во всех стационарах. В результате предыдущего опыта работы гастроентерологического отделения, в результате перестройки, которую мы в течение последних месяцев осуществляли для того, чтобы открыть по-настоящему полноценно функционирующий центр по лечению воспалительных заболеваний кишечника, была создана в учреждении вот такая маршрутизация пациентов. Начинается все очень просто. Запись по направлению поликлиники любой поликлиники Санкт-Петербурга, особенно тех районов, которые указаны в распоряжении комитета по маршрутизации больных. Дальше запись по выделенной линии телефона в колл-центре, который функционирует, удобен и всегда доступен. Либо запись онлайн на сайте. И дальше уже идет консультация нашего специалиста-врача-гастроэнтеролога в амбулаторном консультативном отделении. И в зависимости от найденных симптомов, от того, какая форма заболевания, дальше здесь показано стрелочками, какие возможные варианты лечения, обследования больного. Могу сказать, что, возможно, все, начиная от исследование привычного нам в амбулаторных условиях, когда пациент приходит и сдает различные анализы, проходит различные процедуры, различные исследования, до дневного стационара или круглосуточного стационара, как в плановом, так и в экстренном порядке. Бывает, что из приема гастроэнтеролога ВАКО осуществляется экстренная госпитализация. Наша цель, чтобы больной, который направлен гастроэнтерологом, либо терапевтом, так скажем, из амбулаторной городской сети, попавшей в больницу Елизаветинскую, дальше же целиком всю диагностическую, всю диагностику, всю, все лечебные процедуры, всю помощь получал здесь у нас. И мы добивались либо выздоровления, либо стойкой ремиссии, не посылая ни в какие другие учреждения для каких-то дополнительных методов обследования. Важным моментом, центром центра, безусловно, центром центра, так получается, главным звеном в работе центра является отделение гастроэнтерологии. Сейчас Юрий Павлович Успенский рассказывал о том, какие известные маститы гастроэнтерологи работали в Елизаветинской больнице. Я хочу сейчас обратить внимание на другой аспект. Важно то, что кроме работников больницы, отделение гастроэнтерологии, так как одно, оно одно из немногих в Санкт-Петербурге и достаточно крупное, всегда было базой для кафедр федеральных медицинских вузов. Здесь работали известные специалисты-гастроэнтерологи из Первого медицинского университета, военно-медицинской академии, педиатрического медицинского университета. И что важно, важно сейчас, на базе гастроэнтерологического отделения работает кафедра, которую возглавляет главный внештатный специалист по гастроэнтерологии Юрий Павлович Успенский. Во-первых, это всегда помощь в квалифицированных специалистах, которые могут оказать помощь в лечебной работе, в диагностике. Кроме того, это воспитание нашего медицинского персонала. У нас очень молодой коллектив гастроэнтерологов, но, поверьте, он достаточно квалифицирован и с помощью кафедральных сотрудников, думаю, что готов сейчас решать практически любые проблемы. Еще раз о методах диагностики, которые у нас существуют. Видите, они самые разнообразные. Наверное, ни одного нет метода исследования, который на сегодня в больнице бы отсутствовал. Вот пример о том о мощности, так скажем, учреждения и различных подразделений. 2020 год. 36 с лишним тысяч ультразвукового исследования органов брюшной полости. Более 9 тысяч фиброгастродуоденоскопий. Почти 2 тысячи компьютерных томографий органов брюшной полости. Ну и так далее. Видите, что и разнообразие этих диагностических и порой переходящих в лечебные методы, специальные методы обследования, их довольно много. Практически, еще раз говорю, все, что существует на сегодня в медицине, мы используем в своей работе. Март 2021 года. Ситуация практически такая же. Мы знаем, что 2020 год был очень тяжелый в плане плановой госпитализации, в плане вообще оказания помощи пациентам нековидным. Да, действительно, трудности были, но при этом, если посмотреть вот весну 2021 года, практически это наши обычные, регулярные ежемесячные показатели. Выполняются различные вмешательства. Я думаю, что не надо перечислять, все вы их видите на слайде. Если говорить о смежных с гастроэнтерологическим отделением, с гастроэнтерологией дисциплинах, прежде всего, конечно, должна быть включиться в работу, и они включены в эту работу, это абдоминальная хирургия. Три отделения дежурят круглосуточно по скорой, оперируют каждый день в плановом порядке. Если говорить о каких-то наших ноу-хау или каких-то достижениях особых, кроме того, что мы оперируем, безусловно, и осложнение болезни крона и осложнения других неспецифических язвенных колитов в виде абсцессов, свищей, кишечной непроходимости, что постоянно случается. У нас, например, выполнено более 30 лапароскопических фундапликаций в тех случаях, когда консервативное лечение рефлюксной болезни не дает результата. При лапароскопических операциях только за год было выявлено 50 терминальных элитов при диагностической лапароскопии, что позволило в дальнейшем правильно маршрутизировать этих пациентов, заняться диагностикой их основного заболевания со стороны кишечника и, так скажем, направить в правильное русло с точки зрения лечебных мероприятий. Выполняется у нас, это вторая, только две клиники только в России это делает лапароскопическая декомпрессия черевного ствола при ишемической болезни органов пищеварения. 16 таких операций в больнице выполнено. Теперь вот я хотел бы вернуться к тому, чего, о чем говорил в начале, о том, что с лечением сердечно-сосудистых заболеваний у нас, в общем-то, вся оргструктура выстроена. Вы представьте, сейчас все воспринимают это нормально, я точно помню, что лет 15 назад такого не было. Вступает больной с инсультом. Раньше это был невролог и точка. Сейчас больной с инсультом поступает, его осматривает невролог. Если что, тут же рядом нейрохирург, который готов клепировать аневризму при геморрагическом инсульте или гематому эвакуировать. Либо сосудистый хирург рядом, который готов прооперировать пациента на сонной артерии, если с этим связано развитие инсульта. Либо рядом у нас находится эндоваскулярный хирург, который выполнит церебральную ангиографию и либо эмболизирует аневризму найденную, либо стентирует сонную артерию. Все работают вместе. Кроме этого, никто сейчас не может представить себе лечение инсульта без реабилитации, без диетолога, без логопеда, без психолога. Все вместе люди работают на один результат. И это дало, в общем-то, серьезный толчок тому, что мы стали лучше лечить инсульты, инфаркты и так далее. Вот, наверное, такая же мультидисциплинарная бригада нужна и для лечения тяжелых хронических заболеваний органов э, пищеварительной системы. Потому что одни гастроэнтерологи вряд ли с этой задачей справятся. Мы знаем порой, что пациенты поступают запущенные, потому что они психологически неправильно настроены, потому что диетологи с ними не занимались. Хирурги, которые включаются в процесс при, только при осложнениях, тоже не всегда знают, как правильно поступить в ведение послеоперационного периода. И здесь, наверное, мы должны вот объединить также усилия, чтобы одного пациента со всех сторон рядом стояли те люди, которые в данный момент ему нужнее. Безусловно, гастроэнтерологи в главе стола находятся, но и эндоскописты, и абдоминальные хирурги и анги Эндоваскулярные хирурги, и диетологи, и психологи, и диагносты всяческие, лучевая диагностика УЗИ, КТ, МРТ, лаборатория, иммунология. Все это очень важно, чтобы всем вместе добиться положительного результата вот такой тяжелой группы больных, как больные с воспалительными заболеваниями кишечника, например. И в конце я хочу обратиться, в конце выступления своего, обратиться ко всем врачам амбулаторного звена и вообще ко всем врачам, которые связаны с заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника и любыми другими заболеваниями органов пищеварительной системы. Вот у нас есть такой девиз «Мы знаем, как помочь». Я хочу дополнить тем, что присылайте к нам, пожалуйста, пациентов. Мы знаем, как помочь. И будем стараться это делать круглосуточно 7 дней в неделю. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшней конференции Юрия Павловича и Виктора Сергеевича за то, что они пригласили меня сегодня участвовать в ней и возможность открыть Центр воспалительных заболеваний кишечника, потому что это очень значимое событие в медицинской жизни нашего города. И не только в области гастроэнтерологии или абдоминальной хирургии. Конечно, это значимое событие вообще в терапевтической общественности, поскольку каждый из нас знает, сколько коморбидных состояний связано с воспалительными заболеваниями кишечника, насколько нужен такой широкий терапевтический взгляд на больного, когда он может жаловаться совершенно с другими проблемами прийти вот там жаловаться на боли в области нижней части спины и утаивать, не говорить на приеме о проблемах, связанных с расстройствами стула. Это, конечно, в сфере искусства терапевта правильно собрать анамнез, проанализировать и дальше правильно маршрутизировать пациента. И действительно, Юрий Павлович сегодня уже говорил, что для того, чтобы поставить диагноз болезни Крона, там, уходило до двух лет. Это действительно так, но я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на вот тот колоссальный труд, который был предпринят Юрием Павловичем как главным гастроэнтерологом, потому что все начиналось именно не с создания центра, а с создания регистра, потому что очень важно понимать, вообще, когда возникает какая-то нерешенная проблема, вообще а какой размер этой проблемы, сколько у нас этих пациентов с этими заболеваниями и как вот как терапевт города я знаю, как иногда пытаешься решить эту проблему, но понимаешь, что данных о там распространенности этого, этой нозологии, этого заболевания в нашем городе у нас нет, соответственно, мы не понимаем, какие ресурсы необходимы для того, чтобы этот вопрос решить и когда неизвестен масштаб, невозможно запланировать вот этот расход ресурсов, и, соответственно, больной останется без современного безэффективного лечения. Поэтому великое дело, дело сделано с созданием регистра. А дальше следующая цепочка. Надо было и обладать тоже определенным искусством, убедить руководство больницы сказать, что именно на базе, третьей больницы это наиболее ну, приемлемо и наиболее правильно и наиболее оптимально и я считаю, что это удалось, потому что вот сейчас вы слушали выступление Виктора Сергеевича, который показал все блоки этого составляющего комплекса, этого центра по лечению воспалительных заболеваний кишечника. Действительно, больница, которая обладает самым большим в городе опытом лечения подобных больных. И каждый из нас, когда он находится не со стороны врача, а является сам пациентом, прежде всего он спрашивает у врача, а как много исследований по этому заболеванию выполнено в том или ином центре. Потому что каждый из нас понимает, что чем больше выполняется исследований, тем больше опыт у врачей, которые их выполняют, тем меньше осложнений. А любое исследование, возможно, своими осложнениями. Поэтому такой колоссальный опыт, который накоплен Елизаветинской больницей, конечно, необходимо было оформить в виде создания вот такого центра. И еще раз повторюсь, все-таки это многопрофильный стационар, где есть специалисты, самого разнообразного разных специальностей и ревматологи здесь нужны, и офтальмологи здесь нужны, специалисты по аутоиммунным заболеваниям. То есть это действительно комплексный подход к диагностике, прежде всего, к лечению и не просто к лечению ВЗК, да, а и к лечению сопутствующих заболеваний вне, так сказать, системных проявлений. Это тоже очень важно, очень значимо на сегодняшний день. Поэтому я прежде всего обращаюсь к терапевтам, к терапевтам первичного звена, вот с кем я непосредственно связан своей нештатной работой. Вы должны понимать и знать, что появился новый центр, очень так сказать просто записаться на прием и маршрутизировать пациента, чтобы он не так сказать, зависал в долгих многочисленных очередях по поводу высокотехнологичных, методов исследования, потому что это всегда связано с современным дорогостоящим оборудованием, которое там не, не во всех центрах есть, или оно там не, так сказать, не функционирует, или нет специалиста, или специалист ушел в отпуск. То есть это колоссальные проблемы. Создан центр, где этот, этот вопрос можно решить комплексно и в очень короткие сжатые сроки. И, и не только его решить, но и получить самую современную эффективную терапию. Виктор Сергеевич сегодня уже сказал, что ценность заключается действительно и в том, что э, здесь кафедра, э, здесь научно-методический потенциал, здесь главный специалист, который э, действительно всегда в сложных диагностических случаях придет на помощь и решит этот вопрос. Поэтому, э, завершая уже сегодняшнее свое вот э, такое приветственное обращение, я хотел бы пожелать руководству больницы, коллективу больницы, чтобы центр ВЗК он еще превратился в такой научно-методический центр для врачей, терапевтов, врачей, гастроэнтерологов, где бы проводились бы школы лечения больных с ВЗК, применялись самые новые, опробировались методы диагностики, ну и, безусловно, самые-самые самые современные, самые последние методы. Лечение этих заболеваний, чтобы этот центр стал набирал силу и стал известен не не только в пределах Санкт-Петербурга, но и в, в стране, чтобы люди сюда ехали учиться, перенимать опыт, ну и естественно э, получать помощь в сложных диагностически э, запутанных случаях. Я еще раз хотел бы пожелать успешной работы всему коллективу э, больницы на благо жителей нашего города. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я благодарен всем тем, кто сегодня с нами был. Я более чем уверен, что те специалисты, которые не нашли сегодня возможности в профессиональных и иных обстоятельствах онлайн присутствовать на открытии Центра гастроэнтерологии, онкопровентологии Заветской больницы они смогут ознакомиться с соответствующей информацией, которая будет выложена на сайте главного специалиста по гастроэнтерологии. Мы это делаем всегда, потому что жизнь есть жизнь. И, конечно, во всем есть определенная диалектика, и цифровые технологии позволяют нам ретроспективно присоединиться к той информации, тем знаниям, которые мы не можем иногда получить в текущий момент времени. Поскольку Андрей Михайлович Сарана силу служебной занятости, совершенно объяснимой, он уже должен был вернуться на свое рабочее место, то позвольте мне завершить сегодняшнее заседание на такой очень позитивной ноте, потому что вот на самом деле мы не сговариваясь вместе с коллегами и главным врачом Елизаветской больницы, профессором Петровым, Сергеем Викторовичем и Андреем Михайловичем Сараной, который является заместителем медицинского руководства, руководства департамента нашего города, и главным терапевтом Теренко Вадим Витальевичем, профессором глубоко уважаемым, мы сошлись во мнении, что сегодня есть ощущение нашего профессионального праздника, потому что, поверьте мне, уважаемые коллеги, действительно вот такое достижение, которое мы сегодня презентируем, это огромный, прежде всего, кропотливый труд. Труд Комитета здравоохранения, труд Лизаветской больницы, труд лично Андрея Михайловича Сараны, труд лично главного врача Петрова Сергея Викторовича. Это тяжелый, кропотливый труд. И результирующего этого труда, это то, что действительно, ну, я уверен, будет соответствовать и нужным, и чаяниям практической медицины нашего города. Абсолютно будет соответствовать. Я сегодня разговаривал и с представителями пациентских организаций больных с воспалительными заболеваниями кишечника, с другими врачами. Действительно, Андрей Михайлович был абсолютно прав, когда говорил, что время не стоит на месте. То, что было достаточно 12-10 лет назад, уже недостаточно в текущий момент времени. 5,5 миллионный город. Мы не должны иметь очереди больных с ВЗК. Мы не должны опаздывать с диагностикой. Мы должны опаздывать с лечением. Поэтому Елизаветская больница, которая взяла в себя смелость, ответственность, гордость за эту тяжелую ношу пицце главного врача, не всякого сомнения, ей абсолютный респект. И то, что в этой больнице действительно есть сочетание клиники и большого университетского потенциала, а я вот имею честь представлять два университета нашего города, и педиатрический университет, и первый медицинский университет имени Павлова. Это очень важно, это очень важно. Уважаемые коллеги, 1 июня состоится большой международный конгресс на площадке гастрослужбы нашего города, комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, посвященный воспалительным заболеваниям кишечника. Там он патронируется Европейской ассоциацией по изучению воспалительных заболеваний кишечника. Президентом этой ассоциации я являюсь национальным представительством ЭКО, Европейской ассоциации от России. Поэтому будут иностранные лекторы. Мы обязательно будем рассылать вам информацию об этом мероприятии, о его роли, значении. Поэтому наши диалоги в том числе касающиеся маршрутизации пациентов, организации их движения, организации своевременного оказания медицинской помощи, мультидисциплинарному подходу, который сочетает усилия терапевтов, гастроэнтерологов, эндоскопистов, морфологов, организаторов здравоохранения. Это все будет продолжаться, это будет все комплексироваться, это будет все выходить на тот высокий градус, который, не всякого сомнения, заслуживает медицина нашего прекрасного города Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое.